Так. Можно я поставлю один вопрос для всех? Во-первых, здравствуйте, товарищи. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Во-вторых, я правильно ли я понимаю, что вот те работы, которые вы мне сдаете, это нужны вам, а не мне? Да. Правильно? То есть это мне как бы нагрузка это проверять. Чтобы смотреть, он говорит, то есть если кто и не сдаст, я и не заплачу. В том смысле, что это у вас не зачет ведь с вами. Это возможность вам себя попробовать и, так сказать, получить соответствующую консультацию или вопросы еще мне задать к этому. Вот, поэтому вот так к этому будем относиться. Это у нас как бы бесконфликтная ситуация, в том смысле, что это не зачет, не экзамен. Это вы даете, так сказать, чтобы посмотреть, чем вы. Как вы мыслите? Вот, например, Маша предложила, что семья должна быть 32 человека, жить в 7-комнатной квартире. Вот. Нечего тут. Ну или краткое содержание такое. У нас был такой товарищ в Москве, Шишкарев, он тоже говорил по поводу того, что там требуют горячую воду, да чистую воду. А вода идет то холодная, то грязная. Вот. Он стихи написал, нос протрете керосином, не милорд еще пока. Вот в таком духе Маша написала, но она не поняла задачи. Потому что задача была не к ней приспособиться, к ее личным взглядам, а вот проникнуться тем, что вы выражение вот этого того, что нормально для трудящегося народа России, для рабочих России. Что они считают нормальным. И посчитаться, например, ну нельзя не посчитаться с докерами, потому что это, во-первых, не самый плохой отряд рабочего класса России. Во-вторых, это отряд рабочего класса, который... Не на умирающих предприятиях, где же люди по 50, по 60 лет работают и уже, так сказать, и пенсию получают, но дорабатывают, и с ними вместе умирают. А это вот предприятие, на котором, по крайней мере, обрабатывается 35% контейнеров перевозок России. Поэтому там не только люди пожилые, но и молодые. Не такие молодые, которым еще ничего не надо, которые у мамы с папой за пазухой. И не такие пожилые, которым вроде бы тоже уже ничего не надо, уже, так сказать, они уже на пенсии и так далее. А вот как раз те люди, у которых и дети есть малые, и они уже втянулись во всякие разные ипотеки, и как-то надо им же с жильем вопросы решать, и условия у них тяжелые и так далее. Вот, поэтому вот то, что я вам дал, это если бы было это мое произведение, оно бы так и называлось. Оно вроде подписано, мое произведение, но там указано в нем, что авторы многочисленные, это рабочие, ЗАО «Первый контейнерный терминал», которые сами считали. Я им только, так сказать, подсказывал, по какой методике считать. А что они считают для себя нормальным? Ну, это странно. Вот для меня, например, нормально, что у меня один компьютер, у жены другой, у меня дома еще ноутбук есть, на даче есть ноутбук. Это мне нормально, потому что куда бы я ни приеду, я сразу ухожу в интернет и могу и там работать. И у меня дома еще есть редакционный компьютер большой, в котором с большой памятью, куда я могу фотографии помещать и видео разные. И мне, я хочу сказать, это не мешает. Тем более, если приходит моя внучка, она сразу садится за компьютер, и мне надо идти на другой. Так что не думайте, что так просто. Они сейчас чих-чих, так сказать, на все. А там уже вторая подрастает. А чего внучка сейчас с компьютером делает? А? А чего внучка с компьютером делает? Что, у нее там страница какая-то ВКонтакте, каких-то кошек водяных, морское племя. Страшное дело. И это вот против рабочего класса, такие страницы. Какой там рабочий класс? Пятый класс школы. Тоже рабочий, не работаешь. Да. А вам бы только таких рабочих, которые работали, нечего им суваться и в компьютер. Да, вы сидите, не ваше дело. Ваше дело прибавочную стоимость создавать для нас. Да? А вы-то на какой стоимость сейчас содержитесь, как вы думаете? Вот это, образование источником расходов на образование, что является? Необходимый труд или прибавочный? Не труд. Вообще. Ну хорошо, вот вы знаете, вот вы видите, что вы за столом сидите? Вижу. Его кто сделал? А вы знаете? Знаю, профессора делали, доценты, да? Да? Нет, а вот сейчас вот ремонтировали наше здание, кто делали? Деканы, да, директора, нет? Студенты, так? Значит, вот это говорит о вашем, ну, как не сказал бы, грамотности, а недостаточном изучении экономических произведений. Вот есть люди материально-производительного труда, они, то, что они получили в виде своей зарплаты, это вот то, что эквивалентно их необходимому труду. Все остальное – прибавочный труд, и во время прибавочного труда идет прибавочный продукт. Этот прибавочный продукт непосредственно, то есть сразу, сначала,
поступает в распоряжение работодателя, правильно? Потом с работодателя берут налог, разные виды налогов, в том числе и налог, связанный с, так сказать, налог на прибыль, который пополняет государственный бюджет, а из государственного бюджета финансируется образование. Финансируется образование. И даже если вот есть люди у нас, которые на платной форме обучения, так, их достаточно тут много, как выяснилось, то тем не менее, скажем, вот, никакими этими объемами платы строительство таких зданий, как вот это, никак не окупишь, потому что это страшные деньги, миллиарды. Вот это вот здание, которое сейчас делают, и ремонт тоже миллиардный. Поэтому мы все живем в этом смысле. Вот сейчас мы живем с вами, и электричество горит на прибавочный продукт. Здание было построено в Российской империи. А перестроено в российской, в разной России. Все, с введением мы закончили. Спасибо всем, кто сдали, кто не сдал, тот пропал. Так, значит, сегодня у нас по программе будет выступать снова Анастасия Елисенко, вам знакомая. Она... У вас с Юлей выступала. А? Я у нас фотограф, магистр. А вы не хотите больше здесь выступать? Нет, хочу. Но я здесь первый раз выступаю. Ну, выступайте. Вы будете выступать, чтобы я вам не надоедал, а то скажут, что приходит один и тот же, хоть какое-то разнообразие, это уже хорошо. Тем более, это ваше будущее. Так сказать, что вас отделяет от Анастасии Елисеенко? Один год. Даже вас больше отделяет. Она специалист, она на пятом курсе. А теперь от нее, вас от нее сильно много отделяет, вы на четвертом курсе. Выйдите и скажут, ну хватит учиться, сколько можно учиться. Все, уже вы ученые. Вот. А она считается, как говорится, ну как бы она неспособная, поэтому ей пришлось 5 лет учиться. А я еще более неспособный, мне пришлось еще в аспирантуре учиться, по докторатуре я не учился, я так защищал. Ну, во всяком случае, вот так обстоит дело. Пожалуйста, Анастасия, она объявит, кто она такая. Она у нас будет проводить практику. В общем, вы начали уже процедуру коллективного, введения коллективных переговоров, и я вам... Не начали, вот вы и начнете. Я начну, да. Вы просто проведете переговоры. И я вам расскажу более подробно. Перед этим я раздам. Ну, наверное, не любой из вас нет трудовых кодексов, хотя Михаил Васильевич говорит о том, что их нужно иметь, поэтому я так подумала, и сейчас я вам... Наша глава 6 трудового кодекса – коллективные переговоры. Коллективные переговоры представляют собой переговоры лиц, состоящих в трудовых отношениях. Через своих представителей по вопросам подготовки, заключения и изменения коллективных договоров между работниками и работодателями. Инициатором коллективных переговоров вправе выступать любая сторона, будь то сторона работников или работодателей. Но поскольку мы знаем, что проблемы проблемы видят лишь работники, поэтому чаще всего коллективные переговоры вступают стороны со стороны, ну, с подачи работников. Право на ведение переговоров от имени работников или работодателей наделены их представители, которые участвуют по подготовке, заключению и изменению коллективного договора. Представителями работника является профсоюзная организация. Это первичная профсоюзная организация, которая действует на данном предприятии. Но при этом не всякая первичная организация, которая действует на предприятии, может быть представителем работников. Так как нам необходимо больше 51% работников для того, чтобы они могли вступить в коллективные переговоры. У нас есть несколько организаций профсоюзов, а самая большая из них – это Федеральная независимая профсоюзная организация России. ФНПР.
руководителем этой организации является Михаил Шмаков, но эта организация, как и большая часть организаций России, представляет интересы скорее работодателям, нежели чем работникам. За все время своего существования ФНПР не организовал ни одной... Если можно, чуть-чуть медленнее. А то все они успевают, я не успеваю. Акции по защите прав работников, трудящихся. Не было организовано ни одной акции по требованиям увеличения заработной платы или условий труда. И вообще очень большая критика этой организации. Их обвиняют в том, что они проправительственные. Также они никогда не афишируют свои статьи доходов и расходов, и поэтому еще и в коррупции их обвиняют, и много еще в чем. Есть еще свободные профсоюзы, например, соцпроф. Они попытались создать альтернативу ФНПР, но так они, по-моему, в 2010 году так и ни к чему не пришли. У них есть газета «Рабочая сила». Но проблема этой организации в том, что они говорят о том, что работника не должно интересовать то, что происходит на производстве, а должно интересовать лишь то, что интересовать лишь размер зарплаты. Но обсуждение условий производства и как оно развивается, это неправильная позиция для профсоюзов. Они должны быть гораздо больше заинтересованы в условиях производства, так как не интересоваться судьбой предприятия, это не видеть то, что будет дальше. Если работник будет игнорировать проблемы, которые происходят на предприятии, он может не заметить тот момент, когда предприятие начнет близиться к своему концу. Так, вернемся к коллективным приговорам. Если на предприятии не было представительства больше половины работников, тогда собирается конференция, на которой будет присутствовать 2/3, или собрание, где будет присутствовать больше половины работников. Вот статья 37 Трудового кодекса, это порядок ведения коллективных приговоров. А вот если нету возможности, не получается собрать конференцию, и не собрать собрание, потому что большой очень коллектив, нет такого и зала на заводе. Тем более работает по сменам. Какой есть выход? Есть? Я про это вспоминаю. Скажете, да? Я так и знал, что вы скажете. Статью из Трудового кодекса, а потом, выдержку. А потом я расскажу про решение, которое поможет собрать вот эту вот большую половину работников. Так. Вот тут выдержка. В случае, когда такая типичная профсоюзная организация не определена или работники данного работодателя не объединены в какие-либо первичные профсоюзные организации, общее собрание, в скобочках конференция работников, тайное голосование может избрать из числа работников иного представителя, представительных органов, и наделить его соответствующими полномочиями. Для того, чтобы провести это тайное голосование, нужно найти выход из ситуации, когда работодатель явно уже не заинтересован в том, чтобы предоставить работникам помещение для проведения собрания или конференции. Но есть выход, и это, например, можно провести это собрание в обед, когда у работников свободное время. Работодатель не может запретить работнику посещать обед. Администрация ничего не может сказать, и именно во время обеда возможно провести эту конференцию или собрание. Можно привлекать работников булочками, кофе, всякими вещами. Так, после вот этого проведения конференции необходимо составить протокол. Для того, чтобы протокол был оформлен правильно, необходимо, чтобы прежде всего был номер протокола, написать в нем количество присутствующих на этом собрании. Протокол будет законом, если будет выделено председатель собрания и секретарь. Они также должны поставить свои подписи внизу акта. Также в протоколе должна быть выделена повестка дня, предложения, которые были составлены на этом собрании, и количество проголосовавших и подписи председателя и секретаря. Подлинник нужно держать, естественно, за закрытыми дверями, потому что если иметь всего лишь один оригинал этого протокола, принести его работодателю, то не факт, что этот протокол останется в целости и сохранности.
Так. Для того, чтобы этот протокол приняли, работодатель может сказать, что он его не видел, не принимал, и никак не сможете доказать, что работодатель видел этот протокол и вообще имеет о нем какое-то представление. Для этого нужно отправить этот протокол заказным путем с уведомлением, и только тогда, при возникновении спорной ситуации, вы можете предъявить это заказное письмо с уведомлением, уведомление о получении заказного письма. Представители профсоюза имеют право проявлять инициативу согласно трудовому кодексу. Но в законе идет речь не только о коллективном договоре, но также о соглашении. О любом соглашении, которое вы достигнете по итогам переговоров. Представители, получившие предложение на переговоры, обязаны вступить в них не позднее 7 календарных дней. Это также отражено в трудовом договоре. Так. Дальше. Получившие предложение должны отправить письменный ответ с указанием своего представителя и выделением его полномочий. Днем начала переговоров считается следующий день после получения письменного ответа. Но, поскольку совсем было бы нечестно отделять рабочих и права, в статье 39 Трудового кодекса наше государство дает некоторые гарантии тем, кто вступает в коллективные переговоры. По 39 статье работнику предоставляется право приостановления работы на сроком до 3 месяцев с сохранением средней заработной платы. И сколько человек назначили представителями профсоюзной организации рабочих, столько человек и должны освободить от работы. Также государство предусмотрело то, что на представителей работников может быть оказано давление. И в 39 статье написано, что представители работников, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия органа, уполномочившего их на представителя, на представительство подвергнуть дисциплинарному взысканию. Также они могут быть переведены на другую работу или уволены. Если же были нарушены эти правила, то необходимо обращаться в госструминспекцию. Но опять же, это не гарантирует того, что будут решения в пользу рабочих. Также все затраты, которые связаны с участием в коллективных переговорах, компенсируются в порядке, предусмотренном законодательством, коллективным договором, соглашением. Оплата экспертов, которые будут смотреть, выполняются ли условия трудового договора и так далее. Если же стороны коллективного переговора не пришли к согласию, тогда составляется протокол о согласии. Об этом я скажу чуть позднее. Также сроки, место и порядок проведения переговоров определяют представители сторон. Еще один такой момент. То, что обсуждается в переговорах, связанное с государственной служебной тайной, не должно разглашаться. Сейчас мы рассмотрим протокол разногласий, потому что чаще у нас, мне кажется, заключается протокол разногласий, нежели чем протокол согласия. Вот пример. Форма протокола разногласия, которая составляется. Так, сейчас. И потом я вам реальный пример протокола разногласия. Да. В протоколе разногласия обязательно должна указываться статья трудового коллективного договора, которая подвергается спору. И должна быть редакция статьи работников и редакция статьи работодателя. Опять же, если это протокол разногласий, то они не должны совпадать. Не то, что не должны, они не совпадают. И внизу протокола разногласий должны быть подписи с указанием должностей и фамилии и отчества представителей работодателей.
И вот тут примечание. Согласно части 2 статьи 40 Трудового кодекса, при недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта коллективного договора в течение 3 месяцев со дня начала коллективных переговоров, стороны должны подписать коллективный договор на согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий. Вот протокол разногласий, который был составлен на предприятии «Нарисмитрий». Вот. Вам нужно такое дать или не надо? Ну, здесь, как мы видим, на первой странице основные задачи, которые работники ставят, это увеличить базовый оклад труда. Второй задачей это является исключением, ну, в общем, не особо тут интересно, но это реальный документ, который был составлен по той форме, которую я вам до этого показала. Ну, в нашей стране с правами рабочих все вообще очень сложно, и поэтому могу даже сказать про кафедру трудового права на нашем юридическом факультете, которая должна заниматься, по идее, не только защитой прав работодателей, хотя и права и так защищены, но и правами работников. Но на нашем юридическом факультете студентов даже не учат на кафедре трудового права как-либо отстаивать интересы работников, так как основой нашего законодательства, на мой взгляд, является защита прав работодателей. Вот, поэтому для того, чтобы улучшить условия своего труда, этим должны заниматься не... Ну, этим не занимаются, поскольку юристы, этим должны заниматься сами работники. А для этого должны быть они более подкованы. Но поскольку у них нет специального образования, такие люди, как конфликтологи, философы, должны помогать нашим рабочим, юристам, да, в защите своих прав. Должны показать им, что они должны бороться не только за увеличение заработной платы. Это вопрос текущий. Заработная плата меняется, но они должны бороться за общее улучшение своего труда и за то, чтобы предприятие развивалось. Ведь если будет предприятие, будет развиваться и их заработная плата, и условия жизни. Наверное, все, потому что эта тема очень узкая, но она на самом деле очень важная. И Михаил Васильевич, по-моему, правильно вам все рассказывает, вы должны это знать, потому что... Да. Потому что, да, мы хоть и получаем высшее образование, но, как правило, Михаил Васильевич сказал, те парты, на которых мы сидим, получая это высшее образование, сделаны не нашими руками, и мы навряд ли когда-либо будем делать парты. Вот, поэтому мы должны помогать тем людям, которые делают наши парты. Вот. Наверное, это все, потому что... Да, да, конечно. Спасибо большое. Ну, я несколько еще слов добавлю к тому, что сказала Анастасия Елисеенко. Ну, как всегда, с некоторой критической направленностью. То есть она вот хорошо подготовилась, я думаю, и такие содержательные вещи рассказала. Хотя вот сам тезис, который везде распространен, она его украла у юристов, что надо защищать права. От кого? Наверное, от трудящихся, чтобы они эти права не изменили. Потому что вообще права-то ведь могут поменяться, правда? Принимаются законы, отменяются законы. От кого их защищать? От Думы, чтобы она не перевела. От Конституционного суда? Например, подал один работодатель из Астрахани прошение в Конституционный суд, что говорит, вот что-то такое дискриминация сейчас происходит по Трудовому кодексу. По Трудовому кодексу председателей профсоюзного комитета и его заместителей нельзя уволить. А раньше нельзя было уволить, пока они находятся на этой должности, и членов комитета профсоюзного. Имеется в виду не освобожденных,
работников. Освобожденных не уволишь, а они в профсоюзе получают зарплату. Ну вот это показалось дискриминационным. Он говорит, как же так, есть вот рядовые члены профсоюза, а что членов комитета? Но эти члены комитета, они также работают на заводе или на фабрике, и председателей. Речь идет именно о неосвобожденных. И вот говорит, давайте это снимем, эту дискриминацию. И Конституционный суд и пошел навстречу. Так что от кого надо защищать? От всех надо защищать права. Но вообще-то, что нужно сделать работнику, как сформулировать задачи? Он должен защищать свои. И лучше сказать, не просто защищать, на меня нападают, я защищаюсь. Только обороняться надо. Или отстаивать свои интересы, проводить в жизни свои интересы, опираясь на те права, которые есть или которые потом появятся. Причем есть такой источник прав. Это заключение коллективного договора, мы об этом говорите, вот в сообщении Анастасии Лисенко это звучало. Ведь коллективный договор, который заключается между работником и работодателем, это локальный нормативный акт, это конституция предприятия. И это такой комплексный закон, в котором расписано, что можно сделать лучше для работников, чем по закону, а хуже нельзя. Хотя вот работодатели всегда на всяких конфликтах говорят, а вот в законе вот это написано, мы вот не можем от него отойти. Но в самом законодательстве написано, что отойти можно именно в сторону лучшей для работников. Если, скажем, у вас определенная рабочая неделя, кстати, какая у нас неделя рабочая в России? 40 часов. Когда говорят, не работаю, я не знаю. А? 40 часов. Откуда вы взяли? Откуда вы взяли такое? 40 часов. Кто еще? Какие другие точки зрения есть? 40 часов. 8 часов рабочий день. Ну откуда взяли это, я спрашиваю? Ну, работать. А? Работали, знаете. Работали, знаете? Да. Как же вы будете защищать свои права? Вы права читали? У кого-нибудь трудовой кодекс есть? На компьютере есть? С интернетом? Это написано в Трудовом кодексе. В России установлены рабочие недели до 40 часов. До 40 часов. Вы разницу видите, нет? Вот 2 часа это до 40 часов. До. Есть разница. Следовательно, в коллективном договоре можете установить 18, 16, 14, 12. Это дело ваше, с вашим работодателем. Ну а если вы считаете, что 40 вот так жестко, тогда уже не можете. Поэтому это очень важно, потому что если люди на уровне сознания, вот я вас спрашиваю, а вы считаете, что 40, ну что тогда, за что бороться? Не за что бороться. Я сказать, мы строго выполняем закон, а закон это вовсе не говорит. Это вот так сказать разговор. Кто этот разговор такой пустил, что 40? Работники, конечно. Или работодатели? Ну вот работодатели отстаивают свои интересы. Это плохо или хорошо? Ну а что вы хотите, они работодатели, они отстаивают свои интересы. Так надо не ругать работодателя за то, что они свои отстаивают, а учиться работодателей оставить также свои интересы, правильно? Что тут в этом плохого? И что странного в этом? Вот все равно, что иногда говорят, вот, так сказать, волк съел зайчика. Ну, убедите его съесть морковку. Сколько вы не будете убеждать? Или там, скажем, представьте себе волчицу, которой нужно накормить своих детей. Она, значит, рыщет там по всем полям капусту собирать. Вы себе такое представляете? Она не капусту же будет собирать. Поэтому ничего удивительного нет, есть экономические типы, это субъект как выражение определенных производственных отношений. Скажем, капиталист это не просто человек, а человек как выражение капитала. А капитал определяется как самовозрастающая стоимость. Если он не возрастает, так это не капитал. В этом смысле у нас пока еще дурной капитал, потому что у нас предприятие закрывается, сокращается количество работников. Не увеличивается объем производства сплошь и рядом, это самоубывающая стоимость. То есть прямо противоположное понятию капитала и капитализма. Поэтому можно было бы сказать, что, скажем, трудящийся, во-первых, страдает от капитализма, а во-вторых, от его недостаточной развитости. От сразу от двух вещей. Так, теперь я хочу вас поздравить, уважаемые товарищи, тех, кто мне сдал. Пусть всем будет хуже. А вам я хочу сказать, если вот вы уже эти товарищи сели на поезд, а поезд уже поехал, а вы как раз долго собирали чемодан, там вас, у них было сложно, как быстро там скомкали и покидали и сели. А вы прибежали через 2 минуты, и скоро поезд ушел. Поэтому, вот особенно в конфликтах,
лучше раньше, хуже, но раньше, чем лучше, но позже. И так вот, хотя некоторые думают, что я призываю вас халтурить, я, тем не менее, провозгласил бы, что лучше вы сделаете халтурно, чем вы хорошо, но не сделаете. Вот бывает. А представьте себе задачи, практически так все и выглядят. Допустим, план, планирование. Вам нужно сделать план. План нужно сделать к этому сроку, а не к тому. Вы план что будете делать, назад или план вперед? А если вы изучите историю советской экономики, вы увидите, что вот в эти доперестроечные годы, последние, план был так. К концу первого года пятилетки составлялся план на пятилетку. А если план на пятилетку, значит второй год пятилетки по итогам первого года составлялся, а не потому, как в плане написано. И вся эта пятилетка полетела, потому что они уже не по плану действуют, а вот что получится. А сейчас делают как? Написали концепцию социально-экономического развития страны на 20 лет. Так? Потом приезжает сюда председатель счетной палаты, прежний. На днях петербургской философии выступал. Я его спрашиваю. Солонин мне говорит, только коротко. Я говорю, я коротко спрошу. Ну как, выполняется? Вы счетную палату представляете? Главный документ. Выполняется концепция? Он так сразу, ну, корректируется. То есть план составляется для того, чтобы построить жизнь в соответствии с планом. А они план переделывают в соответствии с тем, что вот вышло. Ну, мы запланировали пойти на лекцию. А потом пошли в кабак. Ну, давайте перепишем план, напишем, что у нас план был пойти в кабак. И все, мы выполнили план. Вот, так что я хочу сказать? Ну, это, так сказать, замечание, так сказать, по времени. Но в целом я хочу сказать, что все товарищи задачи правильно поняли. И даже все подписали. Некоторые, правда, дату не поставили. Вот те, которые как раз позже. Потому что, а вдруг не удастся вступить сегодня, так сказать, завтра, в случае, в следующий раз. Следующий раз будет у нас через две недели. Поскольку у нас в следующий раз будет 3 ноября, а на 3 ноября правительство наше перенесло выходной с 23 февраля, чтобы дырку заткнуть в выходных. И у нас выходные будут 1-2 суббота, 4 ноября – это начало празднования Великой Октябрьской социалистической революции. Еще и 3 ноября, 23 февраля. Итого, как бы каникулы нам делают. А значит, вот в то время мы уже это не сможем делать. Так, ну вот я хочу сказать, что все товарищи делали хорошие всякие замечания и дополнения. В основном искали обоснование этих цифр, в том числе по квартире. Ну и разные брали квартиры, но реальные. Трехкомнатные. И у одних квартира получалась где-то стоимостью 20 миллионов, да, первичной? Нет, всего 20, у других там 170, у некоторых там 160. Но все, кто считали, пересчитывали, ну, кроме Ли, она нам предлагает жить в шалашах, потому что с милым и рай, и в шалаше рай, так это что-то зачем? Нормально же? Ну, я не живу в шалашах, потому что хуже, что ли? Ленин жил в Швейцарии, а в шалашах он жил недолго, в августе месяце, в теплое время, он там на даче был, под видом коса, да. Вот, и я хочу сказать, что все цифры пересмотрены нашими товарищами несколько в сторону повышения, но они не сильно убежали от этих цифр, но можно назвать, какие получились величины, это уже, можно сказать, данные некоторого опроса, то есть каждый не просто его из головы брать, а пытались считать. Так, пересчитывать, с учетом того, что вот некоторые говорят, надо детям на карманные расходы написать. Так, по 150 рублей в день. Потом как нащелкали за месяц, а когда за всю жизнь нащелкали, сколько они там будут, то там получается величина ого-го. Вот. Ну и другие всякие поправки. Потом не хотят покупать «Жигули», хотят тут другую машину покупать. Но это вам трудно будет отстаивать перед работодателем. Но вы можете сказать, ну а почему вы на «Жигулях» не... Ну давайте, вы на «Жигулях», мы на «Жигулях». Мы же партнеры социальные, правда? На переговоры скажете. Хорошо, все, выбираем, вычеркиваем. Ну и вы вычеркиваете из своих расходов. Раз мы партнеры. Я вот предлагал нашим докерам предложить на переговорах прибыль поделить пополам. У нас же социальное партнерство. Никто не решился на это. Я говорю, ну вам откажут, чего волнуетесь? Ну откажут вам. Ну скажут, ну не хотите, как хотите. Нет, все равно даже не предлагать, даже страшно даже предложить такое.
Тем более, говорю, это вот смотрите, сколько у вас много докеров и как мало акционеров. У вас она все разделится вот на какое количество, а у них вот на такое. Нет, не боятся. Страшное дело. Страшно даже предлагать. Хотя на самом деле, как во всякой торговле, это же у нас рынок рабочей силы. Во всякой торговле вы хотите продать, вот начинается начальная цена. Вот такая. Ну, потом мы ее будем сбивать чуть-чуть. И в итоге придем к какому-то результату. А если мы начинаем с того, с малой цены, то уже точно будет меньше. И будет какой-то компромисс, и как раз хуже будет, чем в прошлом году. Поэтому надо видеть, что тут есть некоторые конфликты торговли. Ну вот какие суммы я называю? 179 707. Такая стоимость рабочей силы, ее насчитал товарищ Прокудин. Так. Теперь... Сумцова 177 186 рублей. Так, теперь Сироткин на 286 102 рубля. Это много насчитало. Так, много насчитало. А вы учитывали, что двое работает? Нет. Да, мы считали в предпосылке, что надо там на 1,6 поделить, там, с учетом того, что работает-то. Этого не доделали, вот этот кусок. Поэтому у вас получилось много, но и в расчете, что один работает. Для докеров, может быть, это и нормально. У них по 12 часов в день работы. А, в общем-то, для трудящихся это не совсем нормально. Даже более того, не нормально работать по 12 часов. Потому что некогда никак не могут, никакими профсоюзами, никакими вашими спорами толком заниматься не могут, кроме освобожденных. Потому что все остальные или работали, или уехали с работы, их не дойдешь. И все. И никакой организации. Поэтому бороться надо не за сокращенную рабочую неделю, а за сокращенный рабочий день, чтобы в течение рабочего дня свои задачи решить и повысить свое благосостояние. Или, как говорят, что за счет зарплаты благосостояние не повысишь, только за счет коллективного трудового спора повысишь. Так, вот две у нас девушки, они, как Маркс и Энгельс, вдвоем писали, как я понял. Да. Трое? Не знаю, мне поступило двое. А, вот в конце, вот это тоже. А вы Ленин уже, да? Вот это. А, вот она. Это. Это от вас. Ну, Маркс Энгельс Ленин. Хорошо. Трое написали. Да, Богданова. А это у нас. Это у нас Маулитова, да? Да. Да. И Кокушкина. Ну вот, все трое. Все трое, они тут очень дружно работали, очень содержательно, и строго насчитали 177 019 рублей. И на этом стоят. А поскольку их трое, уже с ними спорить как-то уже тяжело. Потому что мы все раздроблены, распылены, а они пошли сплоченной группой. И правильно делают. У них уже монополия на расчет рабочей силы. Так, вот. Некоторые товарищи предлагали убрать охрану квартиры. Дескать, что там ее охранять? Ну, зайдут, ну, заберут золото. У нас его не так много. Вот. А у вас есть золото? Что-то в этом есть, например. У меня, например, картонные двери. И ничего. А вот я знаю, что там, где все за решетками, если металлическими дверями, там уже два раза забирались. Потому что сейчас просвещенный пошел вор. Первое, что он смотрит, нет ли этой самой тарелки. Спутниковый. Раз. Второй смотрит, чтобы была сигнализация. Два. Третий смотрит, чтобы железная дверь. И чтобы решетки были на окна, значит, надо было туда идти. Дело идет очень просто. Сейчас же ведь болгаркой, которая на аккумуляторе, там, за одну минуту вы перепиливаете любой замок. Только вот, если вы знаете, что кричать, раньше кричали как? Караул, если будете кричать, все попрячутся по квартирам. Надо кричать пожар, пусть выскакивает на лестничную площадь. Площадку. Так. Ну, в общем, предлагают убрать. В этом что-то есть, можно подумать. То есть товарищи все отнеслись, вот которые разбирались, я вижу, что отнеслись критически. Не просто так, что мы прочитали и схватили. Подумали на эту тему. Это и надо. То есть это вопрос такой. Никто же нам не собирается такую сумму сразу давать. Даже причем никаким разовым конфликтом трудовым это не решишь, правда? Ну хорошо, есть, так сказать, такой метод, как
растягивать постепенно. Постепенно. Положительно это будет влиять на экономику, увеличение зарплаты, как вы считаете? Сейчас ведь судьба денег зарплатных, которые попали в прибыль, какова? Они уезжают в офшоры. А вот если они попали в зарплату, куда они попадут? Люди понесут их в магазины. Увеличится спрос. Как только увеличится спрос, увеличится предложение. Увеличится предложение, значит, на больший объем можно рассчитывать при организации производства. Это другая техника, более совершенная, можно ее внедрять. То есть это не умирание предприятий, а разрастание. Поэтому во многих странах были такие случаи, в том числе в Германии, в Америке, когда нужно дать толчок развитию экономики, просто повышать зарплату. И пошло. Да. Я не понимаю, что увеличится спрос, просто увеличится свои вещи. Да. Нет. Если вы дадите, больше спрос, то у вас эти вот заряжалые все колбасы ведь уйдут. И будет новый, да. Вот и будет развиваться экономика, да. Это стимул, безусловно. Это раз. Во-вторых, развитие работников – это развитие главной производительной силы. Если у вас рабочие не дохлые, а живые, энергичные и здоровые, а посмотрите, сколько стоит лекарства, то они совершенно по-другому, и у них другой уровень работы. Потом вам нужны работники, которые применяют научно-технический прогресс или просто быстро-быстро руками шевелят. Если второе, то не на то и не надо и повышать. А если вам нужны люди образованные и люди культурные, которые могут владеть современной техникой, то нужно это делать. Вот. Ну что еще у нас? Вот есть сумма тоже 177, 186, Сунцова, Алевтина. Так, Прокудина насчитала. Она общей сумму не считала. Она сказала, что надо изменить просто величины, особенно вот касаясь жилья, потому что вот мы считали не вполне правильно. Дескать, сейчас уже квартира стала дороже. Привела, дала адрес в интернете. Ну и по этому адресу она получила точные данные и посчитала, что с учетом ипотеки придется затратить 20 миллионов 385 тысяч рублей. А в расчете на месяц это будет 67 тысяч 950. Так, еще у нас есть. Так, кто же это такой? А, есть. Это у нас Воронова Рената. Так. Вот у нее 273 тысячи, это 523, это когда еще двое, когда на одного работника, а если двое, вот 166 782. Ну вот как-то цифры колеблются в районе 167 тысяч. Значит, что мы имеем на практике? Скажем, если речь идет о руководителях фирм, топ-менеджеров, то по данным Коммерсанта 200 тысяч топ-менеджеров получают в фирмах. В банках 300 тысяч, так что, ну, они так примерно представляют, сколько нужно для нормального воспроизводства. Как вы считаете, Маша, нормальное воспроизводство, если вот, скажем, топ-менеджеры и чиновники банковские считают, что нужно 200-300 тысяч, то нечего этим рабочим замахиваться на такие величины, правда, да? Нет, чиновнику вообще не надо делать. Чиновник должен работать из одного желания служить государству. Тогда вот будут все чиновники хорошие люди. Пашами бы устами да мед писано. Вот они сейчас получают 200-300. И вы в это время предлагаете, чиновников вы не трогаете, а вот то, что в ваших было руках, насчитать рабочим, вы сразу им насчитали, как тот самый чиновник. Себе побольше, а рабочим поменьше. Василий, простите, это я интеллигентно предложила, я про рабочих ни слова не сказала. Да, и вообще ни слова не сказали про рабочих. То есть вы даже вообще их не замечаете, за людей даже и считаете. Да нет, я прошу написать про рабочую силу, а вы пишете про меня. Про интеллигентов написали, только про меня. Вот. Про себя вы написали, потому что вы будущий интеллигент. Вы будущий интеллигент. Я будущий интеллигент. Интеллигент становлений. Михаил Васильевич, смотрите, я будущий интеллигент, значит, мне меньше денег нужен, чем вам, правда? А вы заслуженный интеллигент. Нет, вы будущий интеллигент. Чувствуете, что денег вам... Тут вы так вот этот вопрос закрутили, что чувствуете, что вам много денег надо, потому что вы всех рабочих опустите, а себе потом поднимете. Я знаю. У нас... Борис Николаевич один раз проехал на трамвае, а потом себе такие расходы делал. Михаил Васильевич, это нечестно. Вы верно. Да, я согласен, что это нечестно. Я согласен. Так, ну вот.
Теперь мы послушали, так сказать, вопрос о процедуре. Вопрос о процедуре можно рассматривать и формально. Вот это да. Да. Это вам надо на ласточке ехать. Ну, вот. Вот. Мышелева? А что там без подписи дальше страница у вас? Это новое слово. Новое слово в этом. Подпись. А, там приложение? А что не написать тогда, что приложение? А что тогда не написано, что приложение? А то так и странно, понимаете, подпись на какой-нибудь последней странице документа. Это новое слово, ноу-хау. Нет, просто не было вопроса, куда. А, вообще должен писать слово приложение? Я должен написать слово приложение. Значит, можно отнестись формально, и вот Анастасия рассказала, что, так сказать, формально надо сделать. Это можно прочитать в кодексе трудовом. И вы должны, конечно, знать. Вот, если конфликтологи, вы собираетесь конфликтовать по закону или с законом? Если вы не собираетесь конфликтовать с законом, то что те, кто конфликтует с законом, оказываются иногда за решеткой. Поэтому все-таки прил номер один, понятно. Ну да, времени не было писать приложение, понял. 171 641 198. Ну вот, эти, я вам тоже ставлю зачет, подписываю, и эти вещи можно забрать потом. На память себе, поскольку это ваша работа. То есть формальная сторона дела, ее нужно просто знать. Некоторые люди думают, что законы говорят, что нам делать. Это большая, грубая, теоретическая и практическая ошибка. Ничего законы не говорят, что нам делать. Привожу пример. Мы с вами садимся играть в шахматы. И вы у меня выигрываете. Означает ли это, что вы лучше знаете правила шахматной игры? Не означает. Это означает, что вы придумали какую-то комбинацию. Даже предложили мне фигуру, я ее, значит, фигуру раз, а потом у меня полетела из-за этой пешки, потом ладья, а потом слон и так далее. То есть одно дело – законы, а другое дело – что надо делать. Так вот, законы говорят, чего делать нельзя. Вот смысл законов – что нельзя вам делать. Вот вам запрещено прыгать с 15 этажа? Нет. Не запрещено. Если не запрещено, что вы прыгать будете, что ли? Нет. Нет. Значит, надо головой соображать, что мы будем делать. А мало ли что в законах написано. Ну, вы не налетайте на законы, это некоторые стенки. Вот я думаю, вы понимаете, что если вам нужно выйти, вот здесь дверь. Ну, не обязательно сюда вот. Вот сюда биться. Но если вы в Кенигсберге, и вы сейчас воюете с фашистскими захватчиками, и у вас есть граната, то можно и прямо и туда бросать. И в пролом потом с автоматом проходить. То есть бывают разные ситуации. Но это, опять-таки, вы ставите перед собой задачу, ее решаете с учетом существующих законов. Иногда в революцию надо все законы сломать. Вот я, например, опубликовал статью о том, что люди праздновали 15 лет Конституции, что Конституцию никто не принимал. А ее никто не принимал, вы можете открыть, скажем, посмотреть, что на, так сказать, всенародном голосовании ставился вопрос, принимаете ли вы Конституцию Российской Федерации. Вот недавно стреляли по дому, принимаете ли вы Конституцию Российской Федерации? До голосования, что является Конституцией? Та Конституция, которая была. Конституция СССР, латная, переладная, приспособленная для буржуазного общества. Правильно? Вот я и прихожу и спрашиваю, принимаете ли вы Конституцию? Если вы не понимаете, посмотрите, что было с теми, которые там сейчас делали. А вы принимаете Конституцию Российской Федерации? Поэтому какое это отношение имеет голосование к проекту? Никакого. А я был членом конституционного совещания и присутствовал там. Хотя все видел своими глазами. Было 5 проектов. Был проект комиссии Румянцева, так называемый, который председателем, который является Ельцин. Комиссия Верховного Совета. Был проект вот Ельцина, который якобы готовился от Райка. Был проект Собчака. Был проект Жириновского, он ходил, подал и раздавал. Был проект Слободкина, я, кстати, подал и раздавал. Народный правду с этим проектом.
Только один Собчак возмущался, что я раздаю. Сразу все начали меня рвать эти газеты. Потому что, ну спасибо, Анатолий Александрович, как-то рекламу дали, сразу лучше пошло. Как приниматься должна Конституция? Нужно поставить сначала на... Нужно получить за тот проект, который может стать Конституцией, сколько процентов голосов? Больше половины голосов в чем? Принявших участие в голосовании? Вот мы с ней сейчас примем участие в голосовании. И что выборы состоялись? Сейчас так у нас сейчас и есть. Демократия, так сказать, выразилась в такое состояние, когда не надо не ограничиваться число пришедших. То есть Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич придут на выборы, проголосуют. Выборы состоялись. Для принятия Конституции требовалось, чтобы больше половины имеющих право голоса в Российской Федерации. Но самое главное, что на их голосование ничего не ставилось. Никакой проект. Ну, поставили 5 проектов на первый тур. И выяснили, какой проект больше всех наберется. Ну, допустим, тот, который вот сейчас считается Конституцией. Потом нужно было устроить уже по нему голосование. Потому что он уже больше всех набрал. Соберет он больше половины, тогда будет Конституция. Не соберет, тогда не будет. А никто вообще не голосовал. Причем это... Если некоторые думают, что ошибки чаще бывают мелкие, политические там и прочие, они очень глубоко ошибаются. Самые крупные незаметно проходят для народа. Например, слышали про то, что голосовали за СССР, за сохранение СССР, как говорят. Некоторые у нас левые силы бурно празднуют 17 марта 1991 года. Референдум, как говорят, за СССР. Знаете, какой там вопрос поставленный референдум? Вы за обновленный союз советских социалистических республик, как союз суверенных государств. Такое суверенное государство, знаете? Муж и жена, если суверенное, это что значит? Простите. Разведите это, да. Да. А гимн как вот звучало? Союз нерушимых республик каких? Свободно. Вот как вы говорите. Вы свободно там в союз вступаете? Спрашивают там ГАЗ. Свободно или вас принудили? Нет? Так и здесь. Так если свободные, они могут соединяться с... А если суверенные, вот у нас СНГ есть, это и есть суверенные. Союз независимых или суверенных, это то же самое. То есть, вот такой силлогизм. Есть союз свободных республик, то есть это федерация. И превращается он в конфедерацию. А конфедерация, если мы с вами сейчас вот образуем конфедерацию, прямо вот сейчас, и обязан подчиняться общему голосованию. То есть у нас с вами конфедеративный союз. Вот давайте на конфедеративную примем какое-нибудь решение, сейчас будем голосовать, а потом вы пойдете и скажете, я не хочу так делать, и все. Потому что конфедерации никакое большинство не работает. Каждый действует, как он считает нужным. А решение можно принимать, пожалуйста, принимайте. И государство разрушается точно так же, как в польском семье было, не позволял. Один против проголосует, решения нет. А тут решение есть, только никто не выполняет. Не обязан, по крайней мере. И это часто бывает. Вот такая ситуация бывает в таких вещах. Поэтому, когда вот говорят, что давайте защищать права, надо понимать, что здесь вот законные нормы, то есть надо проводить определенную процедуру, надо делать то-то, то-то, то-то. А уже вопрос о том, как действовать. Прежде чем начинать какой-то коллективно-трудовой спор, по какому-то вопросу, что нужно сделать? Кто скажет? Подумать. А? Подумать. Вот. Золотые слова. Видите, есть человек. Это не я его подготовил, он сам додумался. Вы знаете, почему он додумался? Что он подумал. Поэтому додумался. То есть, прежде чем затевать коллективный трудовой спор, подумайте. И вот, а то вот люди затевают трудовой спор по выплате зарплаты за наезд. На Светлане, как в случае был. Все, затеяли, борются. Для этого они пошли, там, хотели повысить зарплату. Пошли, платили деньги, чтобы ему в статистике дали справку, насколько вы повысили цены и так далее. Ну и сидят, ждут. Ну и, в общем, добились. Суд принял решение заплатить им зарплату за ноябрь. И они в феврале получили. А за декабрь, отсюда, январь, февраль, март, уже не получили. А другие все время получают, потому что приходят с мешками. Денег там наличными расплачиваются, и люди получают. А эти вы через суд пошли. То есть, когда вы требования выставляете, вы думаете, вы только за один месяц хотите? Или сейчас сплошь и рядом
Люди выступают за индексацию заработной платы. Можно на эту тему говорить. Вам индексация, то есть вам вернуть на то, что было в прошлом, чтобы вы никогда из нищеты не выйдете, да? Это у вас требование. Ну хорошо, мы уже говорим. Или вам нужно повышение. Ну хорошо, а повышение тоже можно вообще представляете, что вот график. Что график может быть такой, кощунствующий, асимптотический. 2, 2,5 плюс 1 четверть, потом придет 1/8, и это будет не больше делать. И так вы все время все повышение, уровень, реальность, опять не выберешься из нищеты, то по уровню нищеты будет дефицировать. Поэтому не просто повышение уровня реальности уровня зарплаты, а чтобы оно не было ограничено какой-то величиной. Чтобы было улучшение жизни, а тут это иллюзия улучшения жизни. То есть надо очень крепко подумать. А когда вы подумаете, что нужно делать? Нужно свои требования сформулировать на бумаге. Почему? Потому что понятие, значит, выразить в понятие. А если вы хотите значит, с кем-то чего-то добиваться, то прежде чем конфликтовать, а конфликтовать вам, видимо, придется, если вы что-то серьезное предлагаете. Если вы ничего серьезного не предлагаете, что конфликтовать? Никто с вами конфликтовать не будет. Но если вы что-то серьезное предлагаете, то, скорее всего, будут. Разве что-нибудь серьезные дела решаются без конфликта? Очень серьезные, крупные. Когда есть противоположность интересов, не решаются. Значит, ну тогда, если собираетесь конфликтовать, может, вы как-то решите, за что вы будете вообще выступать, какие требования выставлять. Поэтому совет конфликтологам такой, что вы сначала давайте весь комплекс требований выставите, и тогда вы начинаете конфликтовать. А что вы только за зарплату? А условия туда не будете? А вопросы как-то здоровья не будете как-то туда вставлять? А вопросы рабочего дня не будете? А отпусков не будете? А молоко вам давать за вредность сказать, вашей работы и не за вашу вредность, за вредность вашей работы, или не давать, это не будете. Так вы давайте определите, что я в следующий раз принесу вам коллективные договоры, реальные, которые были вот в этом ЗАО ПКТ, откуда мы получили этот материал, и вы посмотрите на них. И попрошу вас еще такую работу проделать в течение, сколько надо времени? А? Неделю. Вот такое, сделать такое заключение, анализ этого самого коллективного договора. Реально вам. И он и сейчас. Хотя сейчас он положение вот, на ЗАО ПКТ ухудшилось. Переговоры по коллективному договору не вышли на тот уровень вот, того договора, который был. А сейчас ухудшилось положение. Ухудшилось. Но это один из лучших коллективных договоров, какой был. Поскольку я у них консультант официальный, они мне, так сказать, снабдили меня необходимым количеством договоров, и я вам их могу предоставить. Не только в пользование, но и в собственность. И вы можете это иметь дело не с каким-то там макетом, неизвестно откуда взятым, с луны свалившимся, а с реальным коллективным договором, по которому живет большой очень коллектив людей. Вот. Значит, нужно подумать, и сначала сделать проект этого коллективного договора, правильно? Проект. И пока не сделали проект, не надо никуда соваться, чтобы продать в другой стране. Если вы еще хорошо не обдумали, то вы туда идете. Если давайте начнем переговоры. Ну уже как вы начнете переговоры? Оттолкнуться от того, что есть. Теперь ухудшить то, что есть, что вам предложат работодатель. А вы будете требовать улучшить. А вот потом надо будет чем-то закончить, компромиссом закончить. Раз компромисс у вас начинается с того, что вы сохраняете то, что есть, вот так получилось, тогда у вас будет уже хуже, чем было в итоге переговоров. В итоге, всегда, если вы будете конфликтовать, это бастовать. И что будет в итоге? Затем закон позволяет, во-первых, проводить переговоры. Переговоры очень часто кончаются чем? Если у вас серьезное расхождение в интересах, они могут считать, что ничем. Но на самом деле переговоры могут быть, закончиться тем, что участие в переговорах освобожденных от работы рабочих позволит им регулярно отправляться в бригады, первичные коллективы, рассказывать им ситуацию и готовить их к коллективным действиям. Какие бывают коллективные действия? Формальные забастовка, которые есть процедура, забастовка на разрешены или запрещены? Забастовка. В России запрещены или разрешены? Разрешены. Почему? Потому что это наличие права на забастовку, это как бы признание того, что труд у нас не принудительный. То есть я вас не могу на любых условиях заставить работать.
Как, блин, на эту бутылку работать не буду, и все. Как это можно понять? Если вот нам шахтеры задолжали 40 миллионов тонн угля, они возбрали угли за бюджет, нет? Как они тут задолжали? Мы им соблюдали эти угли, они тут задолжали. То есть они не обязаны вообще говорить выдавать. Они при определенных условиях заключали договор на эту работу, правильно? Вот. Поэтому, когда речь идет о подготовке к реализации требований, то надо понимать, что вот эти все переговоры – это такая форма юридическая. Вот я с вами разговариваю, сейчас поговорил 2 часа и пошел дальше объяснять людям, что никто мне еще не даст, пока не будет никаких коллективных действий. Вот. Готовы вы действовать? Если готовы, то я буду требовать не дальше, на следующей неделе. Если не готовы, я требовать не буду. Я прихожу к этим товарищам, которым люди переговоры говорят. Они говорят, у нас наши акционеры нам не разрешают. Понятно, говорю, у вас есть большой балда, а вы меньшой балда. И у нас наши работники, у которых я был, мне это не разрешает. Я с удовольствием хотел уже подписать, и право есть у тех, кто освобожден. Писать, что вы приняли договор. Некоторые конференции подписывают, легкие такие люди есть. Но вот наша там большая балда, который там в трюме, он не соглашается. Я ничего не могу сделать. Да я вот вас люблю, уважаю, все. Вы мне вообще нравитесь. Если говорили, вашим нравится, они меня убьют, хотите вместе пойти? Мы однажды уговорили директора по режиму, ходите в бригаду, но после этого как обвиняемый поедет туда. Там ему сказали очень много неприятных слов по поводу деятельности. Вот поэтому они приноровят сразу пойти на переговоры, бумажку написать. Потому что бумажку написали, я администрация обязана сесть на переговоры через 7 дней. Вот издать приказ там, об освобождении работников с оплатой последнего до 3 месяцев. Короче говоря, переговоры – это, так сказать, такой предварительный этап, в ходе которого вы готовите те коллективные действия, которые могут привести к этому результату, к положительному. А какие могут быть коллективные действия? Самые разные. Например, есть организации, которым разрешены забастовки, а есть организации, которым вообще запрещены. Например, авиадиспетчеры. Ну, кстати, вот в связи с авиадиспетчерами, хочу вам сказать, сейчас вот все знают о аварии, которая была. До этой аварии незадолго там сидело 4 авиадиспетчера. 5, вернее. 2 с одной стороны, 2 на одной полосе, 2 на другой и 1 на вышке. 5. И несмотря на требования профсоюза авиадиспетчеров, сократили 4. И сидит один на вышке, он не видит ни одной полосы, ни второй. И они не контролируют вообще, что происходит на полосах. Потому что а зарплаты у них не маленькие. Они раз и сэкономили на 4 зарплатах. А 4 зарплаты куда пошли? В карман? Собственников. А кто собственники? Молчание. Вот смотрите, там эти виноваты, те, а собственники этого Внукова. Про них вообще разговор не идет. А как-то наведывался товарищ Медведев после теракта в Шереметьево. Кто собственник Шереметьева? Вот вы будете премьер-министром, тоже не будете знать, кто собственник вот там, аэропорта Шереметьево. Или все-таки вы будете знать, кто собственник. Это допустимо, чтобы премьер-министр не знал, кто собственник. У нас делается в России, мы не знаем, кто у нас собственник. А учитывая, что санкции приводят, если собственники у нас иностранные, может, они сделали, чтобы этот фирмаж, который, между прочим, был против санкций, резко против санкций, с нами сотрудничал. Ну, вот он как бы непонятно, но как-то так получилось, что самолет его вот, налетел на снегоуборщик. Так бывает. Никто его не убивал, просто как несчастный случай. Так вот, эти обеспечены, потому что им все всякие забастовки запрещены, то письма могут президенту писать. Они делают коллективные действия творческие. Например, вот я вам рассказывал про последовательное собрание. Да? Бесконечно. Про голодовки я рассказывал. Вот. Они вот поголодали. Весь профсоюз принимает решение. Голодать. Перед работой. 3 дня. Никогда не пробовали 3 дня голодать? Пробовали. Ну, все хорошо, видите как? Попробовали. А вы все вместе вот поголодаете, потребуете стипендии не... Сколько у вас на стипендии? 1450? 5. Потребуете 5, дадут 3. Вдруг сидят,
Это второй был вариант. Потом получилось так, что закрылось 40% воздушного движения России, потому что идут люди, кто голодает, идут к врачу. У нас тут никто вас перед занятиями, никто к врачу не просит. Приходите, разрушите, не можете слушать, спите. А там надо наш работать. Поэтому обязательно к медикам. Они говорят, я иду на работу. Вам нельзя, у вас там температура такая, давление такое, вы что, никак? Нет, я пойду. Нет, не пойдете. Нет, пойду. Нет, не пойдете. Ну хорошо, одного, третьего, четвертого, пятого, шестого. Не идут на работу. Ни один человек не нарушил дисциплину. Но их не пустили медики. Их, они выиграли большое очень повышение заработной платы. А после этого был суд. У них была договоренность, что никого не судим. Нарушили в Омске и Новосибирске работодателей. Судили омских и новосибирских авиадиспетчеров. И принял суд решение запретить омским и новосибирским диспетчерам голодать. Мы сразу в газете написали, что теперь авиадиспетчеры, судебные приставы с большими ложками пойдут кормить авиадиспетчеров. И вот выступает очень умный президент. Сергей Анатольевич Ковалев говорит, мы народ законопослушный. Вот этих 12 человек голодать не будут. Им суд запретит. Все остальные будут. Весь остальные просто. А вот эти 12 будут переедать. Результат, я вас уверяю, будет тот же самый. Вы не пробуйте 3 обеда сесть пойти к врачу. Попробуйте. Может, проэкспериментировать. 4, если мало. И все. Или я вот встречался с этим президентом, профсоюзного диспетчера. Он говорит, Михаил Васильевич, а у нас сегодня спартакиада. Не знаю, что мне рассказывать? Это вроде как и неинтересно. Да вы не понимаете, говорит, спартакиада. Я говорю, ну что? Весь профсоюз бежит. Я говорю, ну что? То весь профсоюз идет к врачам. 5 километров бежит. 5 километров. Пробежали и здесь и врачи. Опять тот же самый результат. То есть эти люди думают, что нужно сделать, это как повлиять на работодателя. Если кто-то думает, что просто языком можно повлиять, ну вот вы, ну примерно так вот сейчас вот мы будем с людьми, вас сейчас вот кто кого переговорит. Я думаю, что я сейчас вас переговорю. Кто бы вы тут ни говорили, так сказать, у нас в этом смысле, я тут уже профессионал, а вы еще готовитесь. Может, вы потом меня переговорите, когда меня уже не будет, но пока еще вот у меня преимущество есть. Так и здесь некоторые товарищи, вот их освободят, они думают, что сейчас пойдут на переговоры, с работодателем поговорят, посидят. И радуются, что сидят в кабинете с директором, и они с ним беседуют. А если можно этим просто убедить, вы должны меня убедить, что я сейчас, ну, там, эти тысячи из кармана. Это же трудно убедить. Правда? Убедить вынуждены. То есть уже их вашу зарплату переложили в прибыль, а вы теперь из прибыли должны опять вашу зарплату вернуть к себе в кошельки. Это же такая проблема, очень сложная. Поэтому разные формы допинга, например, такую вещь делают. Называется работа строго по правилам. Строго. Во-первых, они приходили, обычно приходят за час, за полтора до начала, налаживают технику, приготавливают рабочее место, все сложная работа. А вот во время этих коллективных действий, я видел там заместитель председателя спортового комитета Тимофеев бегал по причалу и говорил, ты что пришел? Ты что пришел так рано? Ты что не знаешь, что начало 8, а ты пришел половину 7-го. Без 5-8 надо было приходить. Штрейкбрейкер. Он штрейкбрейкер все рано пришел. Ну пришел, что нужно делать, когда прийти на работу? То есть по правилам. Начинать работать. А? Начинать работать, если ты вовремя пришел. Каши не сваришь. Начать работать. Надо вызвать. Опасная работа. Там краны, погрузчики, потом, значит, эти краны к ним, троса металлические. А вдруг оборвется, вас убьют, кто будет приезжать? Ладно, вас не будет, убьет. Меня будет, кто будет отвечать? Уже не будет вообще. А? Уже не будет, если вас убьют. Вот, поэтому надо вызвать инженера по технике безопасности, чтобы он пришел. И вот считайте, что я вас инженер по технике безопасности, что вы не можете? Что вы не можете 2 часа мне вопросы задавать? Что, не можете трубку подготовить? 2 часа вопросов, если вам такую задачу перед собой поставить, сорганизоваться, да? Вот там особенно есть такое ядро, особенно сорганизовано. И я вот все отвечаю, я обязан отвечать. Это какое время? Рабочее.
А потом, когда это закончится, пойдем проверять просаду. На 10 сантиметров не должно быть больше одного обрыва, проволочки. Проверили. После этого можно начать работать. Идем технику убрать. Вы видели, когда они полностью исправлены, исправную технику? Ну что, серьезно, человек, который работает, не может найти неисправность? Он говорит, ну когда это будет починено-то? Я жду, вот когда я работать начну на технологии. Это, знаете, мне могли долго это морочили голову техники безопасности. Теперь, вот когда я могу сесть на технику и поехать работать? Вот я дайте технологию, пишу, исправить то, исправить все, исправить, ну когда исправить? А у них есть там соответствующие службы. А эти службы начинают бегать, он все ждет. И, наконец, все. Что? Обед. Идет обед. После обеда начинает работать. Есть запасовка? Да. Ну, почти. Слово, что такого я и вообще не слышал. Разговоры все такие пресекаются. Никаких запасовок. Работа по правилам. Ну и так далее. То есть, когда работодатель, или, например, по правилам, надо вот безопасно работу обеспечить. Вы видели это самое трехэтажное погрузчик? Который едет с огромным контейнером. Можно на нем ехать виртуозно, там едет со скоростью 30 км в час. Что страшно, ну, там, кто проходит, руководство сейчас поедет, и что-то на что-то наедет, конец. И вдруг выходит генеральный директор и смотрит кино замедленное. Вся техника едет 3 км в час. Цель безопасности. И им председатель парком говорит, ну у нас вот так все сегодня проводится, за безопасный труд. Да я вижу, да это. Все понятно мне. А с одного мы хотели бы, чтобы нам повысили зарплату. Немножечко. Короче говоря, вот спрашивает товарищ, что нужно? Думать надо, придумать, творить. Вообще конфликтолог должен придумывать. Как сделать так, чтобы вроде бы все по закону? Это по закону же. Более того, не только по закону. Правила все выполняем. Что значит, вы собираетесь выполнить? А вы раньше не выполняли? Нет, мы раньше выполняли, а сейчас строго выполняем. Чтобы не говорили, что вы раньше не выполняли. Особенно страшные вещи, если вы не пойдете все проще. А все проще, вы обязаны работать? Нет, а думаете, мало у нас работает все проще? У нас очень много все проще работает. Иногда вдвое больше, чем, ну, примерно столько, сколько работает проще. А выходные обязаны вы выходить? Нет. Друг раз выходит на выходные, не сверхурочные, а рвутся у кого-то ипотека, кому-то надо учебу платить. Так, деньги нужны? Все есть решение профсоюзного комитета, перепрофсобрания, перепрофконференции. Сверхурочные – это период прекратить, акция. И что происходило? А сразу там столько было вагонов стояло в районе Акрова, что стали строить виадук. Мы не знаем, что виадук там построили. Это после вот этих акций, например. Чтобы можно было через эти вагоны переезжать. А до этого невозможно было вообще выехать из города. А ничего не то, что я обязан работать сверхурочно. Не обязан, у меня лекция вот сейчас спрашивает, что сверхурочно. И вы после лекции вот сейчас 17.10 кто-то встанет и пойдет. Строго 17.10. Я что, могу сказать, что это вы уходите? Это когда вы приходите позже, я еще могу сказать. А если вы уходите строго по часам, что вам сказать? Ничего. А у вас такая акция, 17.10, только я разрастил. А вы разрастили, там ушли. Резко. Ничего. То есть надо само начать применять. А потом я спрашиваю, а что вы делаете? Ну, мы тренируемся, коллективные действия совершать. Ну, пока на вас тренируемся. На ком что-то я вас? Я вас как работодатель, да? Ну, вот такая ситуация. То есть надо понять, что это требует, ну, как бы понимание, что всякое какое-то действие, которое изменяет очень сильно условия и затрагивает интересы противоположного агента или субъекта, оно требует каких-то действий. Конфликт – это переход от силы аргументов к аргументам силы. А какая есть сила уравнения? Только коллективизм, там какие-то совместные действия. А какая сила работодателя? Тоже коллективизм. Работодатели договорились, никому не повышать. Вот кто будет повышать? Если люди придут для этого работодателя полку. Не бывало такого? Бывает у нас, к сожалению. Их убивали на этих работодателей гораздо чаще, чем рабочих. Посмотрите. Смотрите, коммерсанты, вы полистайте, все время их предприниматели убивают. Дешевле убить, чем повысить зарплату своему работнику. А? Дешевле убить, чем повысить зарплату своему работнику.
Нет, это интересно. Вы своим повысите, это дурной пример. Нет. Вы подаете. Конечно, дешевле убить вас. Да, потому что мы из-за вас, вот, если вы повысите своим рабочим, мы потеряем прибыль. Она потеряет прибыль, она потеряет, она. Вообще у нас сверху враг. И справедливо будет ваша жизнь расстаться. Сейчас. Справедливо будет. Видите, сколько мы можем. Как ты говоришь? Ретивистки? Братство капиталисты, братство у нас будет. А если все мы братья, кроме вас? Вы сестра. Зачем нам? Она же братство. Зачем нам сестра? И все, освободились. Отлично. Я вам что-нибудь не близко в жизни рассказываю? Не знаю, где я прожила. Посчитайте, где-то документация. Нам сюда 2-3 страницы посвящены тому, кого за что убили. За какие большие деньги. Это постоянно совершается. Поэтому, конечно, тут единый фронт есть. И поэтому, если вы хотите свести своего работодателя, его начинают, берут за грудки и говорят, как ты говоришь, вот, а это ничего ему не сделать, они вам что устроят. Он же мог оправдаться на вас, свалить на вас, на этих, на рабочих. Но они вот этого строят, тоже строят, что мог сделать, я ничего не могу сделать. И управляющие, и менеджеры должны читаться перед собственниками. Ты что такое сделали, почему у вас там повышена зарплата? Это я им говорил, я их то и все, они вот, ну что мы делаем. Потому что из-за этих вот коллективных действий там какая была угроза. Ну просто медленно все стали работать, и поэтому морской канал уже не успевает корабль войти. А это страшно такое. Страшно. Поэтому понятно, что это не просто там замедлилось движение и все. То есть не непрерывная функция, сразу скачок распространен. Вот это надо иметь, что это на практике, вот эта процедура является, ну, как бы, неким внешним антуражем, который нужно очень строго соблюдать. Если процедура предполагает, значит, вот у нас есть такая книга с товарищем Федотовым, мы ее написали, называется «Введение коллективного трудового спора за заключение коллективного договора соглашения». Попов Федотов, она есть у вас в кабинете за лазотом, мы 2 экземпляра отдали. Там расписано, на каком этапе, какие документы нужно сдавать и какие действия совершать, потому что, скажем, когда вы выходите из переговоров, потом вы можете начать коллективный трудовой спор. Вот составили протокол разногласий, а после этого выдвинули требования там, принять вот такой проект коллективного договора. И тогда уже это будет не коллективный переговор, а уже коллективный трудовой спор. А коллективный трудовой спор тоже предполагает не только выдвижение требований, но еще и формирование органа, который будет вести переговоры. Уже будет переговоры вести, а не просто переговоры, так сказать, на предпосылочном состоянии. В предпосылочном состоянии. Тоже освобождение до 3 месяцев от работы с оплатой по среднему. Вот сейчас было 8 человек освободили в зал. 8 рабочих были опасены для участия в переговорах, а теперь 8 человек для участия в коллективных трудовых спорах с оплатой по среднему. И вот вы можете посмотреть, двое из докеров, Куслин и Ханин, 17 и 18 и 19 октября рассказывали, делали доклады на конференции коллективно-договорного регулирования как проявление закона о единственной противоположности. Я был из них участником в этой конференции, а председатель комитета, заведующий кафедрой экономической теории Нижегородского университета, доктор экономических наук, профессор Золотов Александр Владимирович. Вот. Там еще был один товарищ, профессор Кайонов, который заведует кафедрой философии торгово-экономического университета нашего Санкт-Петербургского. Это на, если вы откроете Красное ТВ, вот на Красном ТВ материалы этой конференции, один за другим доклады эти выдаются, и сейчас выдаются выступления конференции. Но поскольку на главной странице там немножко висит, а потом переходит в мозаику. Найти это можно потом в мозаике на Красном ТВ. Вы можете посмотреть вот материалы. И там выступали эти докеры, рассказывали, какая должна быть эффективная методика борьбы за коллективный договор. Ссылаясь на свой собственный опыт, вот свежий, этого лета. И нынешнюю, и сейчас коллективный трудовой спор идет, вот сейчас. Непосредственно. Летом были переговоры, а сейчас идет спор. И пока они в этом споре не выиграли. Не выиграли. Не получается. Не получается, в частности, потому что они раньше как бы устраивали согласованные споры во всех компаниях, а сейчас поодиночке.
А поодиночке, по принципу разделяй власть, легче справиться с теми, кто что-то требует. Правильно? Михаил Васильевич, скажите, пожалуйста, они требуют вот именно ту сумму, которая в книжке написана? Нет, они требуют не эту сумму, они требуют, чтобы было значит, повышение, индексация плюс процент, там, 7% сверхинфляции, чтобы было это в коллективном договоре записано. В расчете на то, что, ну, скажем, они компромисс достигнут на уровне индексации плюс 3,5%. Но это будет каждый год тоже. Коллективном договоре. Каждый год или каждый квартал. Можно квартально сделать такую систему повышения реального содержания зарплат. Мы предлагали и раньше вот, движение. Расчеты они сделали и передали работодателю. Вот, расчеты стоимости рабочей силы. То, что вот опубликовано, это было сделано и передано. Это не то, что это просто сделано для публикации. Это передано администрации в порядке ведения коллективных переговоров. Дескать, вот мы вам объясняем. Никто там ничего не вычеркивал. Никто вот это выйдет. Многие там говорили, там вытянут, давайте пересмотрим. Нет, все хорошо, мы получили. Ну, не будем делать, потому что не выгодно. Вот можете посмотреть, значит, я вам говорю, красное ТВ. Открываете и на красном ТВ материалы комитета. И потом сейчас идут материалы Российского комитета рабочих. Это вот живой материал, который, ну вот считайте, что и я участвовал в том, что его вам предоставить. Это непосредственно люди выступают, непосредственно рабочие стоят. И я там тоже выступал, чтобы можете посмотреть. Что мы говорим не на занятиях, а там, где я еще раз консультирование рабочих непосредственно. И в этом смысле я там, ну, считайте, что выступал в роли консультанта, как консультант Российского комитета рабочих. Так, какие ко мне есть вопросы? Михаил Васильевич. Да, я знал, что вы спросите. Так вы можете сказать, чего хотите строить? Коммунизм или капитализм? Коммунизм, конечно, труднее строить. Во-первых, капитализм строить не надо, без нас построить. Нет, вы сказали, так, надо правильный какой-то строить. Даже само понятие строить капитализм неправильно. Капитализм строить не надо. Стихийное хозяйство. Он же получается как бы сам собой. Вот представьте себе мелкого товаропроизводителя в деревне. Вот если кто хочет узнать, как появился капитализм в России, надо взять третий том полного собрания сочинений Ленина, который Ленин написал. Это «Развитие капитализма в России» написано в ссылке по всем материалам переписи, как вот появлялись первые капиталисты. Потому что не в городах, а как в деревне это все появлялось. Вот мелкий товаропроизводитель производит продукт для обмена, то есть товар. Производит товар и получает для него деньги, стоимость, цель стоимости. Один немножко разбогател. Вот. Вас, Владимир, меня, я разбогател. Я разбогател и начал вот тут двое сюда. Ну, хотите помочь мне немножко? Познакомьте. Денежки буду вам платить. Тем более у вас уже что-то кушать не сильно. Деньги пришлось давать в аренду. Как получалось? В одних семьях мальчики рождаются, значит, там здоровые мужики, там 20-25 лет работают. Они могут ехать, сейчас говорится, другие, а другие девочки ехать там не так. И они уже арендуют у них землю. У кого нет возможности обработать, эти богатеи. Означает ли это, что они становятся капиталистами? Не означает. Но если я набрал этих наемных работников, и вы ко мне пойдите еще, и вы, и вот я уже получаю от вашего труда больше, чем от своего. Вы таких не найдете, ведь крестьян, даже самых богатых, которые сами не работают. Но вы уже обнаружились такие крестьяне, которые больше получают от труда других людей, нанятых, наемных работников, батраков тут пишут. Потому что в сельском хозяйстве наемная работа называется батрак. Если они получают больше, если я получаю от своего труда меньше, чем от вашего, то я уже не просто крепкий хозяин, а кулак. Оплата это просто сельскохозяйственный предприниматель-капиталист. Капиталист в сельском хозяйстве называется кулак. Рабочий в сельском хозяйстве называется батрак. А человек, который просто крестьянин, который продает на рынок, и он практически, если кого-то отдельно в порядке эпизодическом использует наемный труд, но это не основной источник дохода,
Это середняк. Он крепкий хозяин, середняк. Он и не батрак, он никому не нанимается, но он и не кулак, он и не буржуа. Это мелкий буржуа. Мелкий буржуа, его определение такое, это мелкий хозяйщик, работающий на рынке. Где тут строительство капитализма? Здесь никаким строительством не пахнет. Никто никакой капитализм не строил, а вот так люди там пригонятся за этой самой стоимостью. И появляется этот самый строй капитализма, как бы сам появляется, рождается, без того, чтобы кто-нибудь сознательно его строил. Это вот, скажем, в России после 91 года, да, строили, можно сказать. Гайдар строил, Чубайс строил, обманывали людей, так сказать, им какую-то лапшу говорили, вроде того, что вы получите ваучеры, на ваучер получите две «Волги», а потом люди получили колбасы килограмм, и все на этом. Отдав свое право на всю собственность, на все средства производства и недр России, Советского Союза. Так, еще вопросы есть? У вас только ответили. Глобальные вопросы? Вы не ответили. Все-таки вы коммунизм построить собираетесь? Я? Один? Нет. А разве коммунизм можно построить одному? Я думал, если вы будете строить, я вам помогу. Михаил Васильевич, зачем мне строить? У меня и так хорошо. Ну подумайте сами, я уже как бы при коммунизме, физическим трудом не занимаюсь. Нас не перегружают профессоров. Зарплата хорошая. Мне-то зачем? Это вам нужен коммунизм? Нет, это коммунизм. И преподавитель хорошо. Ну что было на сверху уходе? А я потому что профессионал. Ну скажите, вы хотите коммунизм? А вы измените? Хотите капитализм? Что значит хотите? Сюда. Ну как вам сейчас задать вопрос? Спасибо. Это вы рассуждаете как социалисты утописты. Если бы я был Сен-Симон, я бы вам рисовал, чего я хочу. А если, поскольку я не Сен-Симон, не Бурье и не Олан, я не говорю, если будет рабочий класс бороться за свой строй, он придет к коммунизму. Если не будет бороться, не придет. Если будет бороться, я готов ему помогать. Не будет бороться, так нет такой проблемы. Мне же легче. Вот так обстоит на самом деле дело. А эти все рассуждения, там, хочу, мечтаю, это какая-то ерунда. Это не, вот Марк Энгель говорит, что это не идеал, к которому нужно стремиться. Прямо говорю, вот на ваш вопрос отвечать. Максим, два человека отвечают сразу. Это не идеал, к которому не готова система, которая будет облагодетельствована человечеством, а это борьба за изменение того положения, которое сейчас есть. Михаил Васильевич, да? Я вам по-другому этот же вопрос задам. Скажите, пожалуйста, ваша деятельность направлена на развитие капитализма и туда строительство коммунизма. Моя деятельность направлена на развитие студентов. Согласны со мной, нет? Нет. Как нет? Давайте проголосуем. Давайте проголосуем. Направлена моя деятельность. Никаких командных мировых. На развитие студентов. Это не направлено. Кто за то, что направлено? Я, например, понимаю, что направлено. Так, кто против? Все, на зачете получите двойку. Она знает, она же не сдавала экзамен. Я студентов не преследую. Появились самые причины. Так, спасибо большое за внимание, успехов. Значит, мы с вами встречаемся аж через полмесяца. Да. И тогда я вам уже вручу эти самые коллективные договоры на работу.